Так, вот он, да? Участок у нас. Сейчас мы что будем делать? На квадратную, да? Замок? На круглую. На круглый воздуховод. От бортов 180 градусов. Угу. Давай. Загиб. Вот прогнал. Загиб получается волной. И загиб, да, идет волной. И к чему это приводит? Ну вот он, да, получается, он не вставляется уже туда, да, правильно? Сейчас прогоняем вторую. Волной получается. Точно так же волной, да, вот он идет. Угу. Так, и? И за этих волн он между собой не соединяется. Понятно, не соединяется, в общем, да? Только вот так соединяется. Только так. Но так у нас невозможно по вентиляции делать, да? Круглая труба, потому что она идет вот так вот. Ну. Понятно. Она квадратная. Сейчас можем показать? Квадратная, да. В принципе, что с 0,5 стали, что с 0,7, он одинаково так же, да, прогинает. 0,7 стали и 0,5 стали. То же самое все, да? Тоже волная выходит. Так, это здесь ты пометки, да, тоже выставляешь, получается? Все пометки. Вот сейчас на питтсбургский замок, на прямоугольный воздуховод. На питтсбургский? Питтсбургский замок, на прямоугольный воздуховод. Ну, понятно, давай. У нас все отлично. Нормальный, ровный, да? Ну тоже есть немножко вроде бы, да, здесь? Это волна ровно играет для питтсбургского. А для питтсбургского не играет, да? Но все равно волна получается есть, правильно? Волна есть, как и. Ну для квадратной, в общем, это нормально, а вот для круглой уже получается никак, да? Угу, ясно. Поэтому нам приходится работать пока вот с этим старым. Да? Так получается у нас. И вот на этот станок, получается, он у нас тоже стоит без дела из-за того, что нормально не идет вот этот станок, да? Ну что, все получается, что ли, да? Какие-то еще комментарии будут? Китайцы? Китайцы? Слебрак. Ясно. Ладно, хорошо. Отправим.